Здравствуйте, мои дорогие. Я решила продолжить видео, которое было до этого. Смотрите его на моем канале. Так, о системе, о матрице. Посмотрим, что там дальше. У меня вопрос такой возник еще, да, вот после вчерашнего видео, ночного нашего. Возник вопрос, кому нужна, да, матрица. Вы знаете, она нужна и светлым, как оказалось. Она нужна и светлым. А, опачки, я такую информацию вижу, девочки мои дорогие и мужчины. Она нужна. Она была изобретена, может быть, с этой целью. Смотрите, аналог. Берем, значит, смотрите, как изобретена была эта матрица. Для чего? Изначально в целях улучшения состояния человека или же состояния души. Как наркоз, да, вот когда, чтобы спасти человека, хирург, возле хирурга есть всегда анестезиолог, который делает наркоз для того, чтобы спасти человека. С этой целью была создана матрица. Она нужна для того, чтобы исцелять души. По сути, смотрите, такая система, это как просто пребывание на Земле, да, то есть особая матрица, которая создана на планете Земля, которая принимает эту матрицу и которая принимает людей, да, души, действительно осознанно идут туда, в эту матрицу, для того, чтобы прожить ее. Вот и все. Типа, конец видео. А зачем столько заморочек, да? Вот. В каждой книге можно это прочитать. Хорошо. Но все равно интересно. Все равно интересно покопаться, порыться, для чего. Вот как бы первопричина, да, создания матрицы – это как облегчение, да, это все как исцеление, при исцелении. Как наркоз для исцеления человека, во время исцеления человека, во время каких-то операций. Но, как мы видим, эта матрица теперь может применяться довольно продолжительное время, наверное, да, может применяться и в худших целях. То есть это какая-то перевернутая система, грубо говоря, когда тот же самый наркоз, те же самые подключки применяются для того, чтобы получить кайф. Да? Опять же, берем лекарство, и из лекарства можно получить что? Наркотик. Да? Наркотик делает человека зависимым от этого наркотика. Та же самая, вот практически, да, но, естественно, только какой-то уровень души уже, наркозависимость находится и в этой матрице. Да. Да. То есть человек сам себе может, допустим, создать любую матрицу, которую только захочет, если он осознан, да, если он понимает, что это та система, которую он создает, то есть наблюдатель над другим, тем, кто наблюдает. А если же человек не, ну, в состоянии неосознанном, просто вот находясь в этой матрице, он просто там живет, переживает, мучается, страдает. И вот в этой неосознанности, вот такими легче руководить, естественно, тем. Хорошо, кому? Тем, кто создал, да, к тем, кто создал. Кто создал матрицу? Кто создал матрицу? Ну, смотрите, что идет у нас? Ну, это просто Библия, да, история Библии. Та история, которая в Библии освящена, и причем в Старом Завете. И сначала было слово. Сначала было слово. Это может быть, кстати, некая рука, которая инопланетная. О боже, она создалась случайно. Она создалась в хаосе случайно. Хорошо, но кто-то ее начал как поддерживать. Почему случайно? Она сначала была создана как
случайное что-то, потом ее уже облекли в состояние, точно так же, как мы можем видеть, да, когда вот лекарство, да, оно появляется, сначала человек на себе случайно проверяет что-то, ну, если брать историю, да, возникновения таких-то лекарств, а в итоге понимает, что вот такое действие, да, в итоге было увиден, было замечено, что эта матрица имеет вот такую силу, да, и что можно с помощью нее исцелять души, те, которые появляются на Земле, да, вот душа специально выбирает вот такую для себя историю, вот такую там жизнь прожить, вот такую карму, вот такую семью. Душа попадает, она проходит свою, попадает в свою матрицу, вот, проходя ее. Вот и вся история. А интересно все-таки, да, кто сверху, кто там все этим руководит. Вот. Пока это патриархат, я вижу, да? Да, есть, видите, вышла ос, ну как, не особь, а вышла сила. Вышла сила мужского плана, руководит. А поэтому мы видим, да, наверное, преобладание мужской силы над женской, как ни крути. И все-таки, да, женщина вот, больше как мудростью, но если брать вот нашу земную энергетику, она... Сила же не может действовать, да? То есть тут пока преобладание мужской силы. Почему пока? Почему я говорю пока? Что такое? А потому что все будет меняться. Смотрите, какой аркан идет. 10-й старший аркан. Потому что все будет меняться. А как это будет меняться? Окей, хорошо. Такую веточку возьмем. Должно пройти... Ну, какие-то сложные процессы должны пройти... Это очень сложный, даже более того, это очень тяжелый, вот, тяжелый процесс. Будто бы, знаете, как вот сама женская энергетика должна что-то доказать. А что она должна доказать? И то она уже все доказала. То, что она умеет жить автономно, без мужчины. По-моему, вы знаете как, сейчас это и происходит. Сейчас вот эта тенденция идет, когда, да, женская энергетика умеет жить автономно от мужской. Хорошо это или плохо, это сейчас вообще не нам судить. И это лишь, как, знаете как возможность переформирования мира, переформирования вот этих энергий, когда нет преобладания мужского, и, может быть, и нет преобладания женского, лишь только с преобладания женского, лишь с немножко большим, да, силой, чем мужская на Земле, здесь, в этой матрице. Что нужно сделать, чтобы вот была такая ситуация? Но это уже происходит. Нужно сделать. Знания собираются сейчас в одну, видите? Это идет. Я не вижу даже сопротивления, вот, допустим, мужского сопротивления, не вижу абсолютно относительно того, вот, какие энергии будут населять. Не просто матрицу, выше, то есть то, что руководит этим. Да, вот она, матрица. А матрица — это женщина. Наверное, во всех языках, да, она женщина. Она, по сути, Боже, это голова, а это шея. Она сама собой может руководить. Окей, как? Но она это уже делает. Она это уже делает. Вот опять же, да, переводя на то, как это отражается здесь на Земле, это когда женщина все-таки не силой, а мудростью, не... не... как же это? Не в лоб, да, а вокруг, обойдя, да, не острые углы. Может очень сильно влиять. Ну, очень ярко отражается в исторических постатях, таких как Роксолана, да, и другие женщины. Ну, то есть используя мужскую силу как руки, да, как оружие в этом деле. По сути, эта система стара как мир, и она уже существует. Но пертурбации какие-то будут. Какие? Ну да, тут какой-то прям химический замес идет.
когда будет переполнен сосуд и родится что-то новое. Окей, интересно. А вот это новое. Как будет выглядеть мир, окей? Откуда зашли? Так, как будет выглядеть мир? Ну, люди будут осознавать, что это игра. Что тела — это некие скафандры, которые используют что-то более тонкое. Вот они это будут не просто уже как читать об этом, познавать что-то, да, они уже это будут, ну, просто в этом будут жить. Но тела будут? Будут. Будут тела. И тогда люди могут выбирать вот эти тела, видите, еще игру, да, даже во время того, когда они прибыли на Землю. А для чего эти игры? Для того, чтобы пройти вот этот путь души. А душа, грубо говоря, попадая на Землю, она играет в игру. Проживая эмоционально каждый из периодов своего существования здесь на Земле. Слушайте, я вроде как ответила на все вопросы. Вот, тут в чем-то есть какая-то соль. Есть какая-то соль. Что это за... Что это такое? Что это за оковы мне тут только что показали? Кому-то это невыгодно, то, что сейчас идет информация? Кому? Вот какая-то императрица. Кто такая? Ты есть матрица? Ты есть дьявол? Так, сори. А почему тебе невыгодно? А, когда люди будут осознавать, ведь ему-то реально невыгодно. То есть дьявол и женщина? Интересно, да? Окей. Мужчины сейчас буквально восприняли, наверное, это и тихо потирают ручки, да, от такой инфы. Ну смотри, ты ведь сама понимаешь, да, что вот я сейчас к ней, да, обращаюсь, что информация вырывается наружу уже и так. Уже никак она стоять не может. Она сейчас не негативит. Она сейчас старается... Почему говорю она? Дьявол она, да? Он, ну то есть... Сейчас вот эта материальная энергия, да, она старается удержаться вот в том изменчивом мире, который сейчас, ну вот, что время, да, которое сейчас происходит. Потому что очень много людей становятся осознанными и отказываются от... Сейчас от невежественного проживания в этой матрице, то есть отказываются от сна. Очень много людей. И вот просыпаясь, да, она теряет этих людей, с которыми может творить чудеса вот эти вот, да, по дьяволу. Зависимости. А от зависимости идут, страдают не только зависимые, а и те, которые рядышком, да. Это все конкретно вот завязывается на этом. Угу. Не хочется, чтобы ты прям применение себе нашла в том мире, вот, если в таком виде. Но как-то позитивно, может быть, ты сможешь влиять. Пока, говорит, я защищаюсь. Пока, говорит, я защищаюсь, как могу. Отстаивая маленькую территорию, которая осталась у этого, ну, как... энергии, да, которая материальная энергия. А здесь ее назвали вот императрица дьявол, да. Я поэтому говорю, она дьявол. Вот. Маленький участок остался, и она защищается. Давайте посмотрим будущее еще дальше. Что с ней станет? Ну, совсем маленький участок остался. Ну, карта смерть идет. Карта смерти. Она понимает это, да, что вот этой энергии уже не будет. То
То есть, если будет существовать еще на то время Таро, то 15-й старший аркан будет отсутствовать. Вот так. Блин, я хотела всего лишь посмотреть, видите как, что такое, зачем, кому эта матрица. Я вообще не думала, что так интересно нас заведут. Хотя, по сути, истины, которые и так в наших головах есть, правда? Ну, я про тех людей, которые, по крайней мере, хоть как-то пытаются просыпаться. Вот. Ну, интересно было. Хорошо, сейчас. Давайте так, вернемся в сейчас, в момент сейчас. Вот она, эта система есть. Она работает. Как в ней сосуществовать еще? Скажите. Наполняться любовью. По-другому никак. По-другому никак. Ведь душа сюда приходит, да, в эту матрицу, вот на эту землю. Она хочет набраться опыта, да, она проходит вот эти стадии. Вот. Единственное, что для нее важно, это действительно наполниться вот этой любовью, чтобы для чего? Что? Ключи собирают какие-то, да? На какой-то этап перейти или что? Чтобы заново родиться. А, чтобы заново родиться где? Здесь на Земле, в матрице? Я сейчас говорю про... Это будет отдельная тема, да? Вот есть люди, а есть не люди, да? Не люди, а не люди. Хотя это где-то одно и то же. А я сейчас говорю именно про людей, да? Про людей. То здесь, вот, допустим, эта душа, она, наполняясь любовью, ищет ключики, чтобы родиться заново. Что, и все? Это что, вот этот замкнутый цикл? А потом куда выше? Потом выше. Это все вот такая система, да, которая выводит в итоге потом большое количество душ на более высокий классный уровень. Когда их становится больше, когда сильнее, это какая-то мощь зарождается. Вот. Она все еще формируется, вот эта мощь. Это особый бог, огромный бог, светлый бог, состоящий из множества светлых душ. Это огромная сила. Но видите, как она наполняется вот этим железом, металлом, устойчивостью. Слушайте, информация такая сейчас идет у кого? Проверьте кровь, пожалуйста. Возможно, у кого-то сейчас нужно как это, восполнить железом. Окей, поехали. Хорошо, и что дальше? Вот, хорошо, что дальше? Вот, люди составляют вот этот цикл «Душа новая». Если душа наполнена, да, всю жизнь прожила в какой-то наполненности, ну, это, естественно, идеализм некий, да, потому что все равно душа попадает, она ведь забывает многое, особенно там после 4-5 лет, да, уже ребенок не помнит, кем он был, что он там делал в прошлой жизни, и какой опыт ему нужно пройти. И если душа зацикливается на постоянном негативе, одна и та же, вот почему говорят кармическая ситуация, вот оно как замкнутый круг, оно зацикливает, и человек не может выйти из этого круга, он... А его цель стремится к свету. Ему постоянно стараются вывести все равно, показывая свет. Показывая свет. Нет, не бывает такой зацикленности, прям, вы знаете, как в карму попал один, и идет, и идет, и идет, и идет. Его все равно пытаются вывести к свету. То есть, кто это такие? То есть какие-то существа, есть какие-то силы, давайте так, да, которые душам нашим, да, вот помогают. Есть, конечно, вот эта сила. Это сила та, которая одновременно борется и с зомбированием. Нужно ли негативить на зомби вообще? Или как с ними вести себя? Бесполезно.
Окей, ладно, вопрос снят. Хорошо, почему тогда они есть? То есть это не те ли закольцованные? Или они как-то выйдут, просыпаются? Выходят, просыпаются, выходят. Их выводят, вот, пожалуйста, без света, ну никак. Да, вот это солнце карта. Им дают сигналы, не в этой жизни, так в следующей, да, не в середине жизни, так в конце жизни, при смерти. Да, человек что-то начинает осознавать. И вот эту вот стадию отшельника со своим маленьким-маленьким солнышком он проходит. Когда, боже, точно, неужели я это не понял ранее? Это у многих может быть... Если человек осознает вот перед смертью даже, да, если так думать, то ему дают второй шанс в этой же жизни жить. То есть если он эту стадию пройдет, и вот дают, меняется энергия. Или же так меняется, что, ну как, он в следующую жизнь уже рождается осознанным. Вот с этим светом внутренним. И тогда этот человек, который был зомби, да, не понимал, до него не достучишься. И кто там не пытался его из земных людей что-то доказать ему, а он как тупое какое-то животное следовал животным инстинктам, вот эта ненависть. То в следующей жизни, если он эту стадию прошел, он рождается маленьким светлячком. То, что рождается светлым. А как рождается та душа, которая вот в этом была уже? Она проходит в любви. Она начинает собирать созвездия таких же солнц. Да? То есть звезд, да, солнц, которые... собираются в одно большое созвездие. Вот они действительно уже тогда вместе составляют целую систему определенную. Так. А сейчас кто-то к нам пришел. Что-то хочет сказать. Что это? Ну, простыми словами, будет какой-то суд. Будет суд. Сообщение об этом он хочет сообщить. Сказать сейчас, да? Что это? Что ты хочешь сказать? Ой. Не все пройдут. Не все пройдут вот эту дорогу. История циклически повторяется. Вы заметили? Опять библейская история. Те, которые не осведомленные, да, или же осведомленные, но еще спящие. Вот куда-то они там не пройдут. Вот, не пройдут. Благодарим за информацию. Вот, хорошо. Это было известно. Скажи дальше, пожалуйста. Так. Им будут запутывать дороги, видите как, дают неправильные компасы. Слушайте, хорошо, вот такая ситуация, не пройдут. Но это же тоже души, которые выбрали свой путь, когда выбирали матрицу. Они выбирали матрицу? Те, которые спят. Нет, у них глаза были закрыты, их туда просто послали. То есть те, которые спят, их просто отправили. Они никого не выбирали. Угу. А те, которые не спят, они, получается, выбирали? Да, они, те, которые не спят, они даже при рождении помнили свой опыт. Прошлый. Ну, естественно, потом забывалось. Например, там через 6 чего-то месяцев, для кого-то лет, после рождения. Угу. И к чему все это? Играй свою музыку, говорят. Играй.
Играй свою музыку, живая душа. Вот к чему. Создавай красоту этого мира, где-то даже мещанскую красоту. Радуйся и наслаждайся, но будь разбуженной. Надевай иногда эти очки и смотри через них. И снимай. Вот, осознанная душа. Так, хорошо. И тогда ты будешь познавать, уже какие карты пошли, радости жизни, но не будешь спящей. Хорошо, получается, повезло тем, кто есть человек, правильно? Ну да, очень сильно повезло, говорят, очень сильно. А есть еще не человеки, да? Кто это такие? Давайте, раз уже мы начали, давайте здесь. Кто это такие? Кто это такие? Как их назвать? Но это тоже души. Это тоже получается как люди. Откуда они взялись? Смотрите. Но это жертвы откуда-то, как жертвы. Души только получается не отсюда, не с земли. Да, не смотрите, тут же сразу карты. Карта правды. Не из земли, а по правосудию отправленные на землю. То есть инопланетные? Ну, пусть будет так, говорит. Да, далеко, далеко, да, то есть издалека. Но они, говорят, очень же похожи, ведь правда? Ну, говорю, да, правда, похоже. Похоже. Ну, вот они, видите, металлические. Металлические. Опять идет такая тема. У ведьмы, да, живой, допустим, так, либо у натурального, чистого, светлого человека, опять же, да, все это сюда же. Я не говорю про какую-то, так как называли, ведь у понятия ведьма есть два, какие-то две стороны, да, вот, и плохая, и хорошая, как говорится. Будем говорить о хорошей, да, о светлой, о светлом человеке. Вот у светлого человека часто как будто бы нехватка металла в крови, железа, феррум. Вот, и вот такое вот здесь идет. И наоборот. А почему нехватка тогда? Вот всякого мне знать. Потому что, смотрите, ну, боже, как карта сегодня классно. Говорят со мной, с вами. Ну, потому что вот она светлая. Королева кубков идет. И вот она правда выходит. Они такие, знаешь, говорят, прикольно, ты понимаешь. Смешно. Хорошо. Так, что еще, девочки, спросим? Я, видите как, они так мягко с нами постоянно идут на беседу, и когда у нас конкретно идет прорыв в информации, да, информация идет такая сглаживающая, мягкая, не совершенно не жесткая, и все равно какие-то подсказки такие замечательные, да, в итоге даются. Мне это нравится. Маги. Маги. Все мы маги. Надо просто это понять. И все мы игроки. Тут даже, знаете, как вот ритуалы, да? Ведь можно делать осознанно, неосознанно. Можно это душевно проживать. Вот. А кто-то... для кого-то вот главное только сам атрибутика. Да, вот только атрибутика. Это просто... Вот кажется, что атрибутика работает. Она работает... не работает без души. Есть душа плюс атрибутика, и то душа без атрибутики сможет. Атрибутика без души – ничто. Вот, понимаете как? Ведь эта атрибутика, она создается только потому, что она существует только потому, что есть душа. А если мы в атрибутику вкладываем понятие, что вот она работает, она не будет работать. Она работает только на душе, либо на духовном
низшем, высшем. Так, ну тогда, смотрите, она подпитывается низшими энергиями. Не так темными, как бесовскими энергиями атрибутика, если туда не, не вкладывать вот эту светлую душу. Вот. Потому что вот этот свет, он может существовать без тьмы. Тьма без света существовать, по сути, как она будет существовать? Тень, по крайней мере. Не тьма, а тень. Тень без света не существует. Поэтому вот как тут по этой карте, да? Маг, вкладывая энергетику в свое детище, да, он это получает только потому, что он вкладывает туда энергию. Какую? Светлую. Ну, либо темную, да, если он просто верит в атрибутику. Так, хорошо, темная, светлая энергия. Хорошо, тогда интересно. Эта энергия, она как источник самовосполняющийся, или же это нужно у кого-то это выкупать? Вот это мне интересно. Дарами там какими-то. Работа. Самовосполняющаяся какая-то система. Но здесь все-таки пентакли. Выкупать? Нет, тут работа какая-то идет. И она появляется. Вот так вот. Чем запускается механизм этот? Угу, стоп. Она появляется и увеличивается. Но люди иногда неправильно понимают это, вкладывая в атрибутику, в дары богам. Какой-то неправильный смысл. И именно на этом зацикливаясь. Потому что тут главное, зацикл должен быть на душе. А не на том, чтобы, ну как, отблагодарить Бога. Как ты можешь отблагодарить Бога куском хлеба, если Он тебе это дал сам? Вот какое-то такое вот идет сейчас. Потому что и в итоге идет разочарование, что атрибутика не работает. Потому что там нет ни темной, ни светлой силы. Хорошо. То есть, грубо говоря, богам не нужны никакие дары. Башня. Она нужна только... Опачки, слушайте, мы попали в самый этот, в самую точку. Как это? Центр разрушения попали, понимаете как? Вот малюсенькая точечка какая-то существовала, и мы в нее прям хлопнули только что туда. И все треснуло по швам. Ну да, по сути, настоящим, истинным силам высшим, да, не нужна никакая подачка. Вот, потому что они питаются чем? Они питаются настроением вашим. Вот. Вот. И вот это солнце, оно, ну, не смеется, оно снисходительно смотрит на вот этого, как это, вольта, на этого вольта, который создан, создал кто-то. В смысле? Но опять же, да, вкладывая туда, вы имеете возможность действовать. Да, согласна. Так. Но и человек сильнее, если человек сильнее вас, и вы тут что-то, и тут кто-то что-то делает темное, то вы представляете, какая отдача будет вам мощная. Вы сами на себя буквально делаете. Вот так вот говорят. Так. Хорошо, мои дорогие, очень интересно было услышать это. Так, попали в самую точку, и меня как раз в этот момент начали отвлекать. Хорошо, ну что ж, разрушается сейчас, да, система, это поглядев. Вот, и, ну, и хорошо. Поэтому, девочки, дорогие, смотрите внимательно в обучение, жречеством, гречеством вы идете. Я просто, это шутки, конечно, но сам факт. Пожалуйста, развивайте себя как личность, как душу,
Это самое большее, это большая сила, чем просто идти и смотреть, ну как делается тот или иной ритуал. Понимаете как? Вот эта душа, она вам потом подскажет, как тот ритуал провести. Какие ингредиенты нужно, да, потому что она сама вкладывает туда эти ингредиенты. Самые сильные ритуалы – это те ритуалы, которые созданы душой. Да, они сильные, они сильные. Вот. А как относиться к тем ритуалам, которые там в книжках написаны? Ну, девочкам вопрос. Ну, смотрите их, изучайте, не вопрос. Почему нет? Напитывайтесь. Потому что это тоже развивает... Сейчас идет, да, обращение, конечно же, к слою нашего канала, которые практики, либо девочки, которые развиваются в этом направлении, ну и мужчины тоже. Изучать никто не запретит. Это наполняет, это когда мы пишем стихи и читаем стихи других. Это когда мы пишем картины и читаем стихи... Ой, читаем картины других, да, и чтобы наполниться и сделать еще более серьезнее, если еще более интереснее, вот как-то так. Или же подпитаться вот этой энергетикой, почему нет? Конечно, изучать нужно, очень много книг и опыта написано, но опять же, да, видите эту грань, тонкую грань. Как воспринимать это все? Самое основное — это что? Душа. Это вообще самое основное, вот самое основное — душа. Она есть жизнь, она есть все. Душа. А дух? Дух. Хорошо, поговорим о духе. По поводу знаний, вот такая информация идет, да, что будьте все-таки душой во время, ну как, во время поглощения этих знаний. Смотрите, куда вы идете, смотрите, кого вы слушаете, да, смотрите, куда вы идете учиться, потому что где есть душа, пожалуйста, смотрите. Вот. Или же ритуалы, как это, ритуалы просто. Главное, там мясо купи, чтобы на мясо переложить. Не главное это, главное душа. Чувствуйте, что делаете, чувствуйте себя, чувствуйте душу. Вот она самая. Душа только уже со знаниями идет. Так, вот так вот, хорошо, дух, дух. Дух, покажи. А это ваш security, раз. Ну, где-то разум выступает такой, сознание, да, выступает таким защитником. Но здесь еще более, да, то есть тут уже такая... Дух, хорошо, дух. Тут, то есть это не что-то сверх, да? Это какой-то план, это какое-то ваше творчество, проявленное здесь и подкрепленное опытом, прохождение через искушения материальные. Это дух. Он как, знаете как, либо закаленный, либо нет. Вот. Либо вооруженный, либо нет. Но это все-таки не старший аркан, да? Старший аркан все-таки мы смотрим, и вот это... Фигура королевы — это душа, и старший аркан — душа, которая познает, и познает, и познает, и познает. Она не может не познавать, да, каждый день мы что-то познаем. Аркан Верховной Жрицы. Вот это главнее, да, чем... Но у него мы можем просить помощи, потому что там какой-то план, список составлен, и это наша... не даже не секьюрити... потому что это как программа какая-то, да, а это что-то такое тоже развивающееся параллельно с нашей душой и укрепляющееся параллельно с нашей душой и осознающее параллельно с нашей душой сила осознающая, которая в итоге нам очень сильно помогает. Расчищает дорогу, подсказывает, дает какой-то план действий. И вот если мы... это не разум. Разум — это что-то другое. Разум — что-то другое. Разум. А вот разум показали. Ну вот смотрите, только про разум опять прервать меня хотят. Разум — это тот, который помогает, видите, выбрать. Да, или что? Ну это хорошая такая связь, да? Три. Вот три. Три. Святая Троица. Так, разум,
разум. Ну вот видите, опять идет. Участвует в процессе исцеления или же наоборот. Вот как раз это самое слабое место, разум. Да. Угу. Потому что его можно обмануть, обойдя разум. Пробивается, и доступ идет к духу, а потом к душе. Вот так. Поэтому у души двойная защита. Разум, дух, а потом душа. Вот. Кому надо, да, тот через разум пробивается к душе. Хорошо. Как это? Пробивается к душе через ослабление духа. Понимаете как? Потому что разум начинает показывать какие-то странные картинки, да, какую-то завуалированную. Картинку, неправильную картинку уже. Вот такая информация. Но это, знаете, надо, чтобы комментировать это видео, надо, наверное, слышать каждое слово. Вот, я очень вас прошу, прежде чем написать комментарий к этому видео, услышьте каждое слово, мои дорогие. Вот. Конечно, это я сейчас больше говорю тем, кто не слышит. Кто, бывает, такое пишет, что это просто жесть. Вот. А кто же защитит разум? Разум, получается, самое беззащитное здесь, да? Видите, как он первый принимает удар. Как защитить разум? Укреплять дух. Я права? О, да. Да, видите, как здесь идет иерофант. Это, знаете что? Это когда идеология души слышится духом и разумом. Когда они вместе сотрудничают. Когда они понимают, что разум тоже должен защищать душу, когда он понимает, что от него многое зависит. А тут разум бунтует, он говорит, почему это я стою на защите, да, и он поддается вот этим манипуляциям. Это и, опять же, да, ну не зря здесь таблеточки такие, да, это и это какие-то зависимости могут быть. И противостояние в плане... Вот идет какое-то как противостояние светлому. Вот. Истинному. Будто бы разум бунтует и говорит, почему я должен принимать удар на себя, и сдается. А потом дух слабеет, и к душе имеет доступ. Кто имеет? Хорошо, кто это делает, который имеет доступ потом к душе? Ух ты, как они хитро действуют. Воры душ. Вот так вот кто имеет. Вот таким образом душа забирается по частям. Понимаете? Разум может опомниться, да, и часть души захвачена уже. Но часть души захвачена уже, поэтому... Хорошо, имеет ли человек возможность собрать эти участки души, если часть какая-то останется? Ну, то есть всю душу вырвать нельзя. Может, ну, может, тут, знаете, так. Но она уже где-то заложена, видите как? Заложена, как залог. Это у тех людей, которых она как растрачена где-то, оторваны куски, как заложена где-то. Ну, можно же забрать? Ну, в смысле... Тут как обмен какой-то, что ли, да? Да, он говорит, 4 зонтика на 4 души. А что такое? Ну, тут уже какие-то строгие правила играют. Окей. А строгие правила знаете в чем? Вот в этом состоянии, когда разум начинает слушать душу, хотя бы маленькую свою часть, которая осталась. И вот когда разум слышит эту душу, потому что душа очень на многое способна, она, видите, какая она... жертвует тем, что любит, да, вот губковая королева, волосы, она любит волосы, но она жертвует этим, бросает в огонь. Для чего? Для того, чтобы огонь горел. Огонь горит, дух сильнеет,
разум слышит этот огонь, чувствует, да, видит этот огонь, идет на него. Сила духа увеличивается, разум просветляется. И вот и тогда, да, есть возможность. Конечно, тут просто говорят просто о строгих правилах. Не просто мы тебе не дадим вот твою душу. Нет, душу можно забрать, но только состоянием светлого. Она сама притянется. Часть, да, соберется как в единое, как только вот это светлое начнет гореть в человеке. О, да, об этом и речь. Об этом и речь. Об этом. Там огромная сила в душе, мои дорогие, огромная сила в человеческой душе, невероятная сила в человеческой душе. И тогда, смотрите, вот оно пробуждение. Тогда ничто не может остановить человека в том познании и в счастье, по сути, одновременно, не просто видя, как выглядит та самая матрица, но и ощущая все прелести земной жизни, то бишь матрицы. Ну, здесь я уже равно поставила, хотя, может быть, это не так где-то, но как итог, душа целая, да, душа целая, она может познавать и радости, и осознавать, что она не спит. Окей. Так вот, проживя в любви, как нам тут шло, да, душа имеет возможность выбрать следующее свое воплощение. Это если брать вот хотя бы маленькую такую цепочку событий. А вот, а дальше мы уже тоже смотрели. Это тоже довольно интересно. Ну, конечно, нам тут показывается такая ситуация потом, когда души такие соединяются, полные души, да, это просто, это такой кайф, это вечный оргазм. О, да, так, так и говорят. Хорошо, соединяются эти души вместе. Вот, те, которые полные. Что дальше идет, что дальше происходит? Видите, как тут как бы привилегия у женской души. Они вместе сосуществуют, вместе исцеляют друг друга, если там что-то не... Вместе держат баланс этого мира. Вместе светят, создавая особое солнце. Вы представляете? Все, меня уже закругляют, начинаются со всех сторон. Вместе создают материю, вместе создают землю. Оставляя землю... А, эти души не хотят, чтобы земля ушла. Да? Это... Да, потому что земля — это праздник для душ. Земля — это праздник для душ. Там души не могут, естественно, ощущать в тонком мире те прелести жизни, которые, ну, и горе, и успех, и счастье, радость, и какие-то сомнения, да, вот. Она не может ощущать это в тонком мире, она может ощущать это только здесь, в живом мире. Поэтому душа, она говорит, если я не могу человеком, давайте хоть котиком. Да, опачки. Вот она, земля, выходит, а вот этот любимый. Вот она женщина, вот этот любимый мужчина. Земля удобряется. Она главная, она рождает, да. Это удобрение. Пентакливая королева, земная королева, кубковый король, водный король. Это как удобрение, а вот ростки. Вы представляете, что творится? Вот ростки. Получаются эти ростки. Мои дорогие, я хочу на этом закончить. Это просто бомба. Очень хорошо было с вашей энергетикой поработать. Я благодарна вам. Спасибо вам, мои хорошие, за все, за ваши лайки, комментарии, за финансовую поддержку. Той работы, которую я для вас делаю, буду делать и дальше. У нас видео абсолютно разные, вы видите, да? Какие энергии я собираю, я теми энергиями и выдаю. Вот. Но я вижу, что на этот раз на моем канале большое количество то ли практиков, то ли людей, которые действительно сейчас просто в состоянии, я хочу проснуться. Я вам благодарна за все. Спасибо вам за все. Лайки, комментарии, за донирование этого канала. Опять я хочу сказать большое спасибо. Я вижу, что это вам нужно. Всего вам самого наилучшего. Пускай Вселенная дает вам подарками в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.